Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Привет, привет. Привет, привет, пацаны, привет. Как сами? Бля, прислали бит, хочу показать просто. Что ты? А? Привет, Руся. Как ты, Руся? Привет, малой. Чё, где трек-то? Я видел, ты там записываешься. Где трек? Где рэп? Все ровно, как спина динозавра, братан. Чё за контест, братан? Чё за контест? Давай, давай, хочу послушать, малой. Интересно, что там будет. В сентябре хайпанешь. Пацаны, отъебитесь от меня с этими словами, реально. Хайпанете вы в сентябре, это точно. А я в сентябре дропну альбом. В рампе. Потом на второй поет, вроде. Ты чё, проводишь контесты теперь, Рус? А как же КНАФ? Или вы вместе с ним? Обнял тебя, давай. Питеру привет передай. Передаю привет Питеру.
Как тебе Astro World? Ну, пару треков там есть. А так, ничего особенного. Над звуком хорошо поработали там. Звукоинженеры очень серьезные работали над альбомом, над его. А так я намного больше, конечно, ждал над Трэвис Скотта. Ну, молодец все равно. Большая работа. Ну, просто можешь заснуть на его альбоме, если честно. На его альбоме можно уснуть, да, Шкра? Можно уснуть на его альбоме. Глупышка. Claro, a la calle más calor que en casa, hermano. Te lo juro. Это итальянская гончая. Смотрите, что она делает. Она только что лапу свою грызла. Грызет до сих пор, смотри. Очень странная собака. Посмотрите. Очень смешная. Очень смешная собака. De viaje nos vemos antes. No entiendo, hermano. У нас сейчас 12:40. А у вас? Me voy de tour. ¿Qué tour, hermano? Ven a mi casa, ¿qué quieres? Ven a mi casa, hermano. Hablamos. Ah, Adidas. Muy bien, muy bien. Как Худвульф 2 зашел альбом? Ну а как ты думаешь, зашел или нет? Сам ответь мне на вопрос. Конечно, зашел. Конечно, зашел, когда в Россию. Блять, те же самые вопросы. Igualmente, hermano, igualmente. Слышал, что Хабиб бьется с Конором? Да, слышал. Посмотрим. Чего ты дреды выбрал? Не знаю, я в 2012 сделал эту притчу. Не знаю, просто выбрал. Понравилось и выбрал. Хабиб сила. Да, я уважаю всех спортсменов абсолютно. Но только Хабиба. Хабиб молодец, конечно. Поскольку гарсон в Испании. Слушай, да. Опытом можно за 80 центов за грамм взять. 60 центов за грамм.
Ничего не стоит, гашиш тут. Сколько нужно травы, чтобы умереть? От травы еще никто не умирал. Ты чё там? От травы еще никто не умирал. Привет, Саша. Смоки Мо зашел. Как ты, Санек? Как ты, брат? Я нормально, брат, вот тебя приглашаю. Все, я понял тебя. Я тебя понял. Колян. Колян. Ну как ты, брат? Как Москва? Я в поезде. Куда едешь-то, брат? Куда едешь? Куда мчишь? Еле-еле, я понял. Блатной в здании, это точно вообще. Колян блатной. Тан-тан-тан-тан-тан. Санечек, ты мне напиши, когда... Соберешься, надо. Ты в Питер едешь? Отлично вообще. Колян, я нормально. Все супер. Я доделал альбом. Вот еще думаю, два трека допиливать или не допиливать, не знаю. Как по настроению будет. Так и сделаю. Все супер. Жарко, правда, стало очень. Прям чересчур жарко. Невозможно. У нас скоро плюс 40, мне кажется, будет уже. Да, брат, я послушал Трэвиса. Я не в восторге. Типа, я прикололся. Там пару треков очень хорошие. Даже не пару, может, 3-4, но... Так... Типа, я ждал больше, на самом деле. Такая же, да, херня у вас? Ну, братишка, съезди на озеро покупаться. Куда-нибудь за город. Отдохни. Проведи красивое время. Вот этого... ...писать. Вот, смотри. Сати. Сати. Привет. Ну, как ты? Жарко, да, тебе? Тебе жарко, девочка. Жарко. Смотри, какая она модель, Колян. Просто модель. Да, она смешная, пиздец. Ты будешь орать вообще.
Это большое, говорит, печенье. Ну, такое. Побольше чуть-чуть. Как относишься к Дрейку? Purple Dog Version 2. Yeah, for real. Как отношусь к Дрейку? Да никак, на самом деле. Никак. Мне, ну, типа, меня он ничему не научил хорошего. Его мысли мне ничего не донесли. Как познакомились с Роузом? Да он приехал сюда, просто его девушка учиться приехала, он приехал с ней. Вот как-то так и познакомились. Он здесь год жил, по-моему, или два, я не помню. Олег, думал бросать курить, что, братан? Я не понимаю, о чем ты. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Будут на альбоме неожиданные фиты. Да нет. Новый альбом Пушка, не знаю. Я ни с кем не поддерживаю связь уже, ребят. Почти что. Буквально пару человек, тройку человек, с которыми я общаюсь. Пока больше ни с кем не общаюсь. Куча приятелей, куча знакомых. Но я не особо с ними время провожу. Я ни с кем не общаюсь. Мне хорошо самому по себе. Атланта в силе. Атланта, да, в силе, конечно. В сентябре я уже получаю доки, потом поеду по Европе, а потом в Штаты, думаю, как-то так. Кобик катается, братан. Я, честно, не понимаю Кобика, откуда у него хватает сил на катание на скейте, блядь. В плюс 40. Братан, это же невозможно. Как я познакомился с Lil Nar, я был в кофешопе, и он зашел за травой купить себе травы. Смотрит на меня и говорит: о, я знаю тебя, ты русский трэпер с России, типа, ты рэп читаешь. Я сказал: да, это я. Я знаю тебя тоже, ты рэпер с Атланты. И все, и так мы начали дружить с ним. Он хороший парень. Чего, Колян, я пропустил, что ты пишешь. Стрим... Чего? Стремление. Кобик нормально. Да, он стремится, да, к тому самому. Ты же знаешь, к чему он стремится. Это сложно. Я вообще люблю людей держать, которые стремятся к чему-то вокруг себя. Стремятся где-то стать лучшими. Я ни с кем не ссорился. У нас просто разошлись пути и все. Разошлись пути, пацаны, разошлись пути. У каждого в жизни свой путь. Каждый управляет своей жизнью. Каждый человек
он глава своей жизни, знаете, управляет своей жизнью. Вот я ничьей жизнью не хочу управлять. Так, что на ключицах наколото? Умножаю, унижаю, пацаны. Светлый путь самый правильный. Слушай, я и ты не вправе судить, что правильно, а что нет. И какой путь выбирать людям, светлый либо плохой путь, это тоже мы не вправе обсуждать и давать советы. Каждый выбирает свой путь сам. И потом просто пожинает плоды своего пути. Вот все. Крестовский остров. Крестовский остров — это сильно. Олежа, ответь, какого хуя столько долбоебов в Рашке? Потому что в России каждый человек думает, что он круче другого. В России никогда не будет, ну, дружбы почти ее нету там. Там зависть на зависти. Зависть на зависти, крыса на крысе, сделка на сделке. Очень все... В России смешно. Пам-пам-пам. Привет из Калифорнии и отдельный респект. От души, брат, спасибо тебе большое. От души. Калифорнии тоже привет. Мы курим как раз ваш ставчик. У вас лучший ставчик в Калифорнии, пацаны. Да, крыса на крысе, Колян, ты же знаешь. И каждый еще считает себя правым. Каждый думает, что он прав. Вы заблуждаетесь в этом очень сильно. Вы не правы. Просто вы не хотите прогибаться, я понимаю. Никто не хочет прогибаться. Никто. Конор или Хабиб? Я не знаю, ребята, кто победит в бою Конора и Хабиба. Я прям даже понятия не имею. Все говорят, что Хабиб, естественно, его поломает. Может быть, так и будет. А может быть, Конор его отправит. Хотя, я не знаю, мне кажется, вряд ли он его в нокаут отправит. Мне кажется, его тяжело отправить в нокаут. Я за красивый бой. Я ни за кого не болею. Как ты относишься к футболу? Спокойно отношусь к футболу. Я посмотрел чемпионат мира. Ну, честно, супер красивых игр я там немного наблюдал. Может, пару-тройку там было красиво. Мне нравятся такие виды спорта, типа, ну, более агрессивные. Сноуборд, BMX, скейт, там, ролики даже агрессивные мне нравятся. Я даже катался на них пару раз. Там ММА, естественно, все, вот эта движуха Смолов, пидорас. Колян, ты до сих пор ему припоминаешь, что ли, Смолову? Мне кажется, ему создали настроение на ближайший год вообще. Я знаю
Кал чего? Султанчик, привет. Я хорошо, очень жарко. Сижу, о, прям очень жарко. Чересчур. Ты как? Вот в Москве, говорят, тоже жара жесткая. А в Питере как? Без 30 градусов. Ну, пацаны, едьте, отдыхайте на речку, на озеро, куда-нибудь. Потому что я вот на море сходил разок, и что-то я уже не хочу туда ходить. Очень жарко, пацаны. Ходишь по песку, ну, невозможно даже по песку ходить, потому что он раскаленный, тебя обжигает. Жесть вообще. Когда альбом, когда альбом? Ребята, я же сказал, в конце лета, в начале сентября. Будет альбом. А чего ты? Ну все, сиди. Не надо меня за нос кусать. Из-за дреда меня не надо кусать. Глупая шабака. Качаешься. Ну, ухожу в зал, да, по возможности. Как относишься к клипу Дензела Кьюри? Дензела Кьюри вышел неплохой альбом, но мне не все треки, а все там два трека мне понравилось, три. Я ожидал большего тоже от него. Мне нравятся некоторые мысли и тематика, которую он доносит, но я бы сказал, он борется с тем, с чем невозможно бороться. Да, он там идет против всяких этих атлантовских рэперов, у которых денег в 10 раз больше, чем у него, да? Ну зачем? Типа ты идешь против атлантовских рэперов, пытаешься что-то доказать ребят, ну, другим людям, что это типа они не рэп делают, а вот типа я рэп. Все и так знают, что ты круто ебашишь, у тебя бешеная подача, бешеная ритмика. Ты доносишь свои мысли и свою тематику, да, до людей. Но зачем ты в своих текстах пытаешься попустить других рэперов, которые занимаются серьезными делами и, ну, им вообще наплевать, как бы, если честно, что ты там придумал. Понимаешь? Понимаете, точнее. То есть, ну, не надо говорить, что я более андерграундный тип, вся вот эта новая движуха, это полная хуйня. Нет. Это не так. Это не так. Пацаны нашли свое. Пацаны прокачались в своей волне, да, и делают свое. Ты должен их тоже уважать, потому что это тоже культура. Вот. Да, мне, если честно, наверное, более нравится такой рэп, ну, типа, за жизнь, там, за улицу, за движухи, за что-то такое. Но мне не нравится пиздострадальческий рэп, эмо-рэп, депрессивный рэп. А мне абсолютно как-то не знаю. Я не хочу слушать, как мне кто-то ноет. Рачимару. Рачимару тащит, да. У Lil Skies есть пару треков хороших. Lil Skies такой позитивный рэпер. Позитивный голос, у него позитивный тембр. Здорово. Я, если честно, на новом альбоме больше, не знаю, больше позитива дам, чем какого-то негатива, да, то есть если предыдущие альбомы, некоторые треки были очень негативные,
Этот альбом будет круче по настроению. Лично я так считаю. Ладно, ребят, я желаю вам хорошего дня и берегите себя. Обнял вас.